Друзья, добрый день. Сегодня у нас будет разбор ошибки F08 в индезитах. В чем может быть проблема? Смотрите, F08 это когда у нас сзади, смотрите, я вам показываю TEN, и мы берем, проверяем, это будет сложновато, конечно, но попытаюсь, чтобы было видно. Проверяем TEN на утечку. Сейчас сложно снимать мобильным телефоном и попутно нажимать. Вот, смотрите. Сейчас, чтобы было видно. Вот так у нас 30 Ом. 30 Ом. Вроде TEN нормальный. Но если мы берем его на землю и на один из контактов, смотрите, вот, то у нас получается... Сейчас, секундочку. Видите? Утечка в 4 мегаома. Ну, то же самое, естественно, если мы положим в другую. Вот. Здесь... 0,9. 1 мегаом, что очень много на холодную. Соответственно, что нам нужно сделать, это поменять наш TEN. Все очень просто. Поэтому TEN нужно будет выкрутить. Здесь у нас головка на 8. Сейчас, секундочку. Ой. Вынимаем TEN. Сначала отсоединяем провода, естественно, потом следит промодатель. Вставляем. Головка у нас на 8. Все. Вот так, вот наш TEN. Вот он сгорел. Да. Ну, может быть, вода такая, поэтому вставляем обратно. Сейчас еще температурный датчик нужно будет. Вытаскиваем сюда. Вот, температурный датчик поставили на место. Закручиваем обратно. Одеваем землю, питание. И температурный наш датчик. Все, готово. Кстати, чтобы не было глюков, можете землю вот эту вот вообще на будущее откусывать, потому что через нее могут быть утечки и тоже могут быть глюки. Может, это неправильно, и сейчас многие будут меня критиковать, но проверенный способ. Все, готово. Можно собирать машинку и радоваться тому, что ошибка F08 ушла. Все, ребята, если будут вопросы, пишите в комментариях под видео. До новых встреч, всего хорошего.